все небольшой репортаж из дома, в котором мы прожили 4 дня. Наша комнатка под мансардой. Все, мы уезжаем отсюда. Будем сказать всем пока. Ты готов, Витёк, к новым путешествиям? Что так вот? Привет, привет. Hello, subscribers. Окей. Охрененно у нас видок. Уже снег лежит. Ну а мы едем к морю, где потеплее, тут что-то холодно слишком. Так, ну что, может еще в магазинчик зайдем? Да. И пойдем на дорогу. Так, а куда он? Да, он в центр, а мы в другую сторону. Ладно, пойдем сейчас на дорогу, там раз зайдем везде. Палочки и вперед, счастливые палочки. Не грусти. Едешь к морю. Ну, почти. Рэн, такой клёвый. Ну да, ты думал. А ты думал? В общем, говорит Рэн, что если мы не сможем застопить, можем сесть на автобус и выехать в Джанкутаран. Вайтмин. Бас. Биз бас. Ага. Начинается наш автостоп. Потихоньку идем и подстапливаем. Выходить до хрена, поэтому не очень хочется. Можно сразу застопить и здесь. Нюхаешь свои кроксы. Витёк заказывал удобную машину. Вот, пожалуйста. Не знаю даже, сколько едем. Непонятно, куда водитель. У нас небольшой эксидент. Задымилась машина. Вот. Сейчас тут люди скажут, чё к чему. Туда воды залить? Ну, в общем, сейчас разберемся. Ну что, мы в Анталии. Погода тут, ну. Да? Едем, в общем, по объездной. Сейчас идем стопить в сторону Алании. Застопили мы удачно прям в городе и уехали нафиг из Анталии. Так что все нормально. Наш автостоп прервался на мандаришки, апельсишки. Тут шкеримся по деревьям. Пока мы тут неудачно стопим, идут козы. Ой, тут овцы. Ну смотри, смотри. Типа стоять, стоять, овцы, стоять, типа. Так, все, пошли. Меченые, маркированные овцы.
Жрать, жрать! О! Несутся. Я там не траву щипать.